Наем, я не знаю, платил ли Гитлер фашистам деньги, но ваш Путлер хуйло платит. Вы наемный, вот ваш дядя наемный убийца, вы племянник наемного убийцы. Ну, если так сказать, либо на племянник террориста. Да, мой дядя убийца, я горжусь им, потому что он защищает. Ну, гордитесь своего немцами. Немцы убивали украинцев. Гордитесь немцами. Ну, я горжусь ими, но... Проебали, так проебали, я не повороще, блядь. Вы повторите еще раз, я вас записываю. Блин. Иван, или как вы себя называете, скажите еще раз, я вас записываю. Даже без имени, ваше имя, ваш голос потом будет расходиться миллионами по Ютубу, по всему. Скажите еще раз, вы житель Красноярского края. Вы гордитесь немцами, которые убивали украинцев в 41-м году, скажите-то. Я вас выкладываю. Я горжусь тем, что немцы убивали хохло. Как вас зовут? Назовите свое, ну, правдивое имя. Вы же не боитесь? Вы же... Олег. Все, Олег, я вас записала. Договорились. Уже второй нацист у него, Никола. Второй нацист пришел. Второй. Была Полина и вот Олег. Они гордятся. Так, все там нацисты, Виктория. Они гордятся. Нет, ну на этом эфире два. Они скоро немцев будут любить. Вот просто они скоро Майнкрафт будут читать вот вместо Библии. Донец, Мелитополь. Вони всі там нацисти, Вікторія. Дивіться, вони, коли в 41-му році закінчилась війна, вони безліч нацистів пригнали до себе будувати їх. Вон Поліна пише, Олег мой. І вон нацисти наші. Поліна, ви знайшли себе. Вы нашли себе этого коллегу, да? Вы будете вместе, поставьте перед собой икону Гитлера. Гитлер убивал украинцев. Вы зачем-то вечный огонь создали? Зачем? Вечный огонь уничтожил Гитлера. Это наоборот, пойдите затушите вечный огонь. Потушите, скажите, это уроды, которые убили моего идола Гитлера. Да нет, я вас слушаю. Получается сейчас, если бы были живы немцы 41-го года, так на эти россияне бы писали благодарные письма немцам 41-го года. Спасибо за то, что вы убиваете украинцев. Да, я думаю так. Ну, как этот Олег сказал, доброта у каждого своя. Я говорю, вы же добрые. Россия считает себя доброй. Но доброта у каждого своя. Забрали ядерку, потом с этой же ядеркой угрожать Украине. Это называется быть добрыми по-русски. Вопросов, потому что они когда узнают, то украинцы там начинают задавать вопросы. Мне, знаете, самое интересное, они знают всех наших людей, всех наших правителей, но они половина своих не знают. Вот понимаете, насколько пропаганда работает? Какой-то Узбекистан, он больше знает, какой у нас был когда-то президент, но он не знает своих там. И вот этот парадокс, насколько Россия там разогнала эту пропаганду, насколько они воспринимают это все. Есть Россия. И то, что я разговариваю на русском языке, это не означает, что я не могу поговорить на украинском языке, я не могу поговорить на английском или каком-либо другом языке, если я его знаю. Говорю, разница в отношении нас к вам и вообще к другим людям, и самих россиян. Если, говорю, россияне вас считают чурками там, или еще кем-то, то нам все равно. У нас в Украине никогда не было с этим проблем. Не было языковой проблемы, не было проблемы с людьми, кто бы к нам не приезжал, мы всегда к ним относились. Так ваши друзья, ваши знакомые из Кыргызстана, Узбекистана, они поддерживают Россию? Нет, они никого не поддерживают, они не могут сами разобраться. У них ситуация в том, что они просто едут зарабатывать, им все равно где. Я смекнул и буквально за 5 часов до того, как они прошли Крым, пока они двигались к нам, мне позвонили, я собрал вещи, быстренько посадил семью и уехал. И еще не было никаких коридоров, да? То есть вы выехали без обстрелов? Да, когда они прошли Крым, они прошли полпути до Мелитополя, и мне позвонили с Херсонской области друзья. Это, сказали, это 24-го было? Да. Вы 24-го числа выехали? Да, да, да. А что теперь с вашей квартирой? Кто в ней живет? Дом пока стоит. А кто его, ну, вы его закрыли, его не взломали дом, не знаете? Нет, там такая ситуация получалась. Мне позвонили, у меня там были недоброжелатели, вот, которые знали, что я был в АТО. И они в первые дни, когда только зашли россияне, начинали рассказывать обо мне. Там поиски были, сразу искали меня по городу, могли найти. Поскольку я АТОшник, в первую очередь меня сдавали. И пообещали, что в мой дом заселят русских. Ну и поэтому принято было решение, быстро с дома все продано.
дом закрытый, и все. Ну, это вы красавчик, вы отделались легким испугом, так скажем. А в Донецке... Я уже ученый с 14-го года. А в Донецке тоже все быстренько распродали? Тоже дома закрыто или как? Или уже не закрыто? Нет, там еще пока остался отец, он еще этим всем занимается. А отец проукраинский? Да, естественно, у меня вся семья проукраинская. Ну, я очень рада. А где вы сейчас живете? Ну, смотрите, я на данный момент нахожусь в Европе. Потому что, когда вся эта война началась, я честно приходил в военкомат, просил взять меня с опытом, с боевым. Ну, наша власть таких людей отсылала. Никто ж, правда, не хочет эту всю рассказывать. Телевизор рассказывает красиво, но на самом деле то, что творилось в Украине в первые дни, эту правду неудобно рассказывать. Ну и полгода я побегал, подмыкался, потыкался. Работы нету, жилья нету. Слава богу, своих родственников я отправил сразу за границу. Им помогали здесь люди. А я был у друзей. У меня есть еще одна квартира в Ирпене. На тот момент возможности въехать туда не было, потому что там были сильные бои. И вот полгода я смыкался, тыкался, пока как бы... В марте, в конце марта уже ж ушли они, 24 числа, по сей день помню, как это ночью они ушли, а наши военные зашли, и уже там никого нету. И когда я заехал в Ирпень, там столько стеков было, там, там много чего рассказывать, надо, наверное, показывать больше. Трупы были и тому подобное. Вот, попытался восстановить, что возможно было по квартире, поставляли окна, стекла, все эти двери, потому что, ну, там страшное творилось, они чудили все, что хотели. А я извиняюсь, а вам легко было уезжать из такой побитой Украины, в которой вы увидели столько ужаса и преступлений? Понимаете, у меня было решение принято таким образом. Либо сидеть и ждать того, когда я понадоблюсь, и меня запихнут в какое-нибудь подразделение, которое отправят на убой, и сколько бы этого времени прошло, я не знаю. Или же все-таки плюнуть и не смотреть на этот беспредел, который устроила наша власть, и уехать. А как вы смогли уехать? Там еще были открыты границы, да? Мне позвонили, сказали, что есть возможность проскочить назад в Мелитополь и... Через Мелитополь. Через Россию. А, понятно. А, вот. Я об этом даже не знала. Да, и я поехал. Вы прошли через фильтрацию? Вы проходили фильтрацию? Да, я проходил фильтрацию на крымской границе. Кто там был? 8. Там были ДНРовцы или кто там был? Ну, смотрите, с самого Запорожья была дорога. Она обходила не главную трассу, она обходила там полями и до самого... Есть такой поселок полдороги от Запорожья до Мелитополя, Васильевка. И вот это до Васильевки все это обходилось разными тропами, поселками. Потом в Васильевке стояли первые ДНРовцы. Они как бы особо там не трогали. Потом там есть, кто знает эту трассу, такой подъем, там стояли кадыровцы. Вот с кадыровцами был, конечно, небольшая проблема. Они перетрушивали все машины, и мы долго и нудно стояли. Они даже, люди, которые, которым я подсел, они везли там болтики, гаечки, и коробочек много было разных. И мы эти все коробочки, полную машину выгрузили, они их распаковывали. То есть, ну, люди по-свински себя вели эти чеченцы. Нагло, беспардонно, мы для них, ну, не люди, они так себя вели. Ну, конечно, потом уже как бы... перед Мелитополем стояли опять ДНРовцы, где мне, слава богу, повезло, когда они увидели мой паспорт, спросили, куда я еду, я так дурачка схилял, домой еду, на родину. А у вас паспорт российский уже был? Не-не-не, у меня украинский, никогда в жизни российский в руки не брал и брать не буду никогда. А как они вас не... Если вы атошник, как вы не боялись ехать? Они же вас искали, вы говорите. А, это в Мелитополе местные искали. А, то есть вас не было в системе? Нет, не было меня в системе, и в Мелитополь домой я не возвращался. Я заехал до знакомого, переночевал, утром сел в маршрутку, которая шла на Крым, и приехал на сам Крым.